Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси, и мы находимся на роли Game Online. Мы продолжаем играть в Mountain Blade Warband, и это второе видео. В прошлом видео мы сделали персонажа, выбрали нашу судьбу, пообщались с торговцем, узнали душещипательную историю о том, что его брательника украли бандиты, согласились ему помочь, и наше сейчас текущее задание — нанять 5 ребятишек, которые помогут нам напасть на лагерь разбойников и навалять им пиздюлей, забрать, соответственно, брата из плена. Что мы, в принципе, с вами сейчас будем и делать. Сначала мы выходим из Саргота. Вот этот красавчик на лошади — это мы. У нас один человек. И сейчас нам нужно отправиться в деревню, понабирать немножко людей. Так, перед вами карта местности. Щелкните, ну, понятно, не будем проходить это... никому не нужно обучение. Отправимся в деревню Квинн и, соответственно, побазарим тут с людишками. Так, деревня Квинн преуспевает. На полях и в садах деревни полно людей, которые трудятся от рассвета до заката. Амбары ломятся от зерна, а риги от душистого сена. Земля дает хороший урожай, скот тучен, а жители готовы к завтрашнему дню. Вы вспоминаете, что эта деревня и прилегающие земли принадлежат ярлу Турия из королевства Нордов. Народ безразличен к вам. Ну, то есть, как бы им похер, пришел и не пришел. Давайте наймем добровольцев. 6 рекрутов за 60 динаров. Нам дали 100 динаров. То есть, у нас еще 40 остается на пиво. Поэтому мы их обязательно берем и уходим. Так, есть 7 человек. Что мне по деньгам? А, у меня еще есть 110 динаров. У меня есть копченая рыбка. Осталось купить только пиво. Так, давайте, может, еще в какую-нибудь деревушку поедем, вот к Фенаду, к примеру. Я хочу еще людей нанять, потому что 7 человек — это мало, я хочу как бы задавить их просто количеством. Крестьяне пошли. Так, набрать добровольцев. 6 человек за 60. Все, я беру. Итого у нас 13. Так, теперь нам надо отправиться в логово этих козлов. А где же оно находится? Давайте его поищем. Подождите, наше задание. Так. Набрать отряд из 5 людей. Кто выдал? Торговец из Саргота. Значит, торговец из Саргота желает, чтобы вы собрали хотя бы 5 человек из соседних деревень. Сделав это, поговорите с ним. Он сейчас в таверне в Саргот. Отлично, отправимся тогда в Саргот. Сейчас с ним побазарим, скажем, есть 13 пацанов, которые готовы как бы рвать и метать. Так, посетить таверну. Где-то торговец. Вроде ты. Так, торговец, хорошо. Тю-рю-рю-рю-рю-рю. Это означает, что мы выполнили задание. Так, прекрасная работа. Вы набрали достаточно людей, чтобы справиться с бандитами. А теперь к делу. Путники, проходящие через Саргот, говорят, что в окрестностях города шастают разбойники. Думаю, они из той же банды, которая похитила моего брата. Выследите их, разбейте и заставьте рассказать, где находится их логово. Да, хорошо. Кстати, мне нравится вопрос, а почему бы вам не отправиться с нами, с Сыкунишка? Ну, ладно, я, в общем, возьму твое задание. Давайте уйдем искать. Ага, вот они, наверное, морские налетчики. Давайте мы их сейчас перехватим. Так, я из твоего черепа сделаю кубок для вина. Мы такие: после боя вы будете молить о пощаде. Так, атаковать. Обязательно поведем наши войска в бой. Такие вот на лошадочке скачем. Так, давайте, может, я сделаю немножко тише, потому что лошадка у меня сильно громко. Все равно она слишком громко. Вот так давайте. Ладно, я надеюсь, вы меня услышите, хотя моя лошадь просто бросится в бой. Так, смотрите, я сейчас не зря как бы качал стрельбу, да, верховую. Сейчас мы вот так вот просто прицелимся. Вот так вот даже, знаете, такое максимальное приближение. И вот так наперед. Блять. Я извиняюсь, ребят, ну, херовый с меня стрелок. Перезарядим наш арбалетрон. Целимся и... вот так. Блять, своему попал, ёб твою мать, прям в шею. Да что ж такое? Так, целимся и... морской пират убить ударом рекрут морд. Короче, ладно, все, я предлагаю, нам надо спешиться. Берем свой этот. Я понял, что, короче, я совсем не этот.
И вот первая наша жертва, наша первая. Получай. Блин, такое ощущение, что я своего брата убиваю только без бороды. Ах ты сука. Все, поруб... Ну все. Все, мы всех убили. Ну как, не всех, вот еще. Короче, куча людей потерял, но мы победили. Все, тап, чтобы выйти. Отлично. Ваши потери. Короче, 6 человек мы потеряли. И убили 10. Ого-гошеньки, сколько... Так, давайте возьмем себе шлем. Оденем, чтобы быть крутым. Так, у нас что тут? Что тут, что тут? Сопротивление 8. Скорость. Сопротивление 0. Галимый какой-то этот. Так, точность 99. Точность, скорость 73. О, мы, короче... Подождите, это... А, это длинный лук. А короткий. Ржавый северный меч. 25-17. У нас... У нас попизже будет. Сапожки 13 к защите ног. 13 к защите ног. Кожаный 21 к защите тела и 4 к ногам. О, вот это попизже будет. Вот так вот переоденемся. В принципе, это все можно забрать. В принципе, все это можно забрать. И потом продать, конечно же. Не знаю. Давайте, наверное, как тут все забрать, ребятки? Как все забрать? Я хочу все забрать. Есть тут такая функция? Я не помню просто, как это все мне забрать. Ладно, не буду я ничего забирать, короче. Некоторые бойцы готовы к повышению. Так, как это сделать? Это вроде отряд. Вот рекруты. Повысить в копейщик или в охотников. Честно, в душе не ебу, в чем разница. Давайте, наверное... копейщиков. Так, вот этих копейщиков. Вот так. А вот этих в охотников. Так вот, по лопам сделаем. Морские налетчики. Еще бежит. Давайте опять перехватим опять бой. Я из твоего черепа сделаю вино. Угу. Атаковать. Так, попыточка номер два. По поводу стрельбы из арбалета. Вон они бегут, и я вот прямо сейчас хочу. Сейчас мы полностью остановимся, возьмем где-то аж вот так, и вот надо выше брать. Надо, короче, брать походу очень высоко. Будет смешно, если сейчас эта хрень... Да, елки-палки. Будет смешно, если сейчас хрень это в меня залетит, и я еще умру. Так, берем вот так вот это где-то. Вот так вот. И все равно не попал. Короче, вперед. Галопом сейчас мы, короче, срубим просто первого попавшегося. Нет, ладно, вот так вот. Опа! 17 урона. Давайте сейчас кинемся на лучника. Получи. Зараза такая. Оп. Получи. В общем, я вижу, что у меня плохой воин получается, ребят. Но мы будем их рубить просто обязательно. Ой-ой-ой. Хорошо, что я не получил урона. Да что ж такое? Ёб твою мать! Скачи, коняка, скачи! В общем, могло бы быть и хуже. Я знаю, что я одного точно убил. Теперь сейчас мы зарядим наш арбалетус. Я попал в него. Сложность выстрела. Я попал и нанес целый один урон, ребят. Это явная победа. Этому попал в яичко. Ага, всех мы их убили. Этому попал в колено. Все, сейчас мы будем мансить, короче. Смотрите, у меня в лошади в сраке попала стрела. Так, сейчас мы... Опа, опа. Короче, он, короче, попал по нам, мы попали по нему. Что не может не радовать. Прям в шею я... Чувствую, что я прям в шею ему попал. Так, эти дебилы нам не страшны. Мы сможем сейчас мансить по кругу и стрелять с арбалета. Как, вот так вот, как про. В яички им будем стрелять. Смотрите, у меня одна в колене торчит стрела. У лошади в морде. Так. Все, видите, я, короче, четко им просто вот по ногам стреляю. Это 100% попадение. Это лайфхак на случай, если вы будете играть.
промахнулся, я извиняюсь. В принципе, конечно, если бы я не был сукунишкой, я мог бы спуститься и навалять ему в ближнем бою, но я же все-таки командир, хоть уже и без отряда, но командир. Получи. Все, это была просто изи каточка. Мы их просто раскатали. Вы хотите отступить? В смысле отступить? Я победил. Так, ваши потери. Убито всего, короче. Ну, понятно, я всех потерял. Что тут интересного есть? Так, о, скорость, размер. Давайте, может, вот так вот я хочу забрать. Я хочу это забрать все. Как мне это все позабирать? А, через Ctrl, ребят. Забирать через Ctrl. 22 к защите головы, 31 к защите получше будет. Давайте я это хочу все позабирать. И сейчас мы заедем, продадим. Так, 39,9. 36, о, это получше. Вот так вот. Ну, это тоже заберем тогда, секиру. И поехали все продавать. Некоторые бойцы готовы к повышению. Какие же бойцы? И меня там всех-то поубивали. Ну, давайте, ладно. Копейщик, пехотинец. Хорошо, будешь пехотинцем, Бартелла. Ты будешь лучником. Больше я, наверное, не могу, потому что у меня нету денег. Поехали опять в село. В какое-нибудь. В Финаду, к примеру. Беги, 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 беги. Нам чуть не дали по башке. Купить у крестьян припасы. Так, я вам не буду ничего. А что, у вас нету денег, что ли? Староста, ну что ты, блин, елки-палки. Ладно. Так, ну эти за нами гонятся. Они точно хотят нам вальнуть пиздюлей. Мы от них убежим. Пойдем сейчас, короче, в город, продадим все наши шматье, и походу нужно отправляться в какую-нибудь другую деревню, потому что... Так, сейчас отправиться на рыночную площадь. Узнать цены. Давайте торговать с оружием. Ну, у него есть копеечки, давайте это все попродаем. Потому что оно мне все нафиг не нужно. А, блин, у него не хватает. Да что-то вы все такие нищие. Верни мне мой топор. И вот это мое, верни все. О, нет, нет, это я уже покупаю, походу. Так, 364. Вот так вот, хорошо, все, я согласен. Хорошо, как мне подтвердить с тобой сделку? Назад. Давай, сколько есть, все. Так, ну что тогда? Тогда что, ребят? Надо, короче, я не знаю... Надо идти в деревню другую. Вон, к примеру, Вачгет какой-нибудь. Пойдем туда. Я надеюсь, нас сейчас по пути не выловят и не дадут нам пилюлей. Хотя, знаете ли, у меня есть уже там воин один прокачанный. Да, и я такой парень не промах. Видели, как я мастерски с арбалета их рубил? В общем, надо бежать. Надо бежать на людей обязательно. И... Я понял, в общем, я понял одно, что я не стрелок. Ну как, я только могу в яички и в колено стрелять, что в принципе уже хорошо. Так, нанять добровольцев. 5 штук, хорошо. Все, давайте начнем. Ищем воров, давайте их найдем, как бы завалим. Знаем, где их логово. И на этом, наверное, закончим, потому что, чтобы видео не затягивалось, как в принципе мы с вами, как я вам и обещал. Так, где воры? Я готов, мои ребята жаждут боя. Я никого не могу повысить случайно. Никого не могу повысить. Готово. Так, давайте искать, где воры. Где воры? А то мы разбойников мочили-мочили, а оказалось не надо. Опа, вот она, шайка разбойников патрулирует. Вот они. Стоять, стоять. Что тебе нужно? То, что я ищу. Скажи, где вы держите пленных, и я отпущу тебя. Ха, пленники уйдут, только если ты за них заплатишь. У тебя золото есть? Нет, зато стали предостаточно. Ну что, бойцы? Вперед. Сейчас вам папка покажет, как надо мочить этих козлов. Хорошо, что моя лошадка отличилась уже, и я могу опять кидаться на амбразуру. Значит, она меня вытащит всегда. Экс. Смотрите, сейчас будет, короче, царский выстрел. Вот где-то вот так. Мяу. Это было близко, обратите внимание. Это было очень близко, то есть я уже скоро буду... Стрелять как профессионал, надо сейчас только пристреляться немножко. Я думаю, что к серии 20 я буду стрелять уже царски. Короче, я так выстрелил 4 раза, ни разу не попал. Эти голожопики бегут на меня. Я одному попал в руку.
Уже хорошо. Подходите. Видите, в яичко всегда бьешь в яичко, наверняк попадаешь. В шею ему прям. Все, победа. Ура! Так вот, выпущу болт в воздух. Тап. Продолжить. Так, пощадите, отпустите меня, я уйду далеко-далеко из этих мест. Займусь честным ремеслом, и вы больше никогда, клянусь, никогда обо мне не услышите. Хорошо, я сохраню тебе жизнь, но в обмен на информацию. Ты или твои дружки похитили брата знатного городского купца. Расскажи, где его удержите, и дай мне слово, что перестанешь беспокоить честный народ в этих краях, и убирайся. Тю-рю-рю-рю-рю-рю. Благослови Бог, сударь. Мы пареньку ничего не делали. Мы его держим в нашем логове рядом с Феричан. Я расскажу вам, где. Я вам расскажу, что где. Не ошибетесь. Так, шапки. Нахрен нам эти шапки, скажите мне. Пожалуйста. Все, не хочу я ничего брать. Так, следующее наше. Нажмите напасть на логово бандитов. Выдано в марте, 24 марта 1257 года. Найдите бандитское логово неподалеку от Феричан и освободите брата купца. Торговец из Саргота щедро вознаградит вас за это. Хорошо, обязательно освободим. Но освободим мы его обязательно в следующей серии. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, зовите друзей и подружек, а также напомню, что, ребят, соберем 100 подписчиков, проведем розыгрыш призов, все будет с призами, всем будет классно, всем будет заебись. С вами был Росси, всем пока и до новых встреч.